Ты будешь в шоке, но сегодня я бы хотел подарить тебе данный нож за 15 тысяч рублей. Чтобы именно ты забрал его, тебе всего лишь надо подписаться на канал, поставить лайк, включить колокольчик и писать чем можно больше комментариев от 5 слов. Конечно, указав ID в ВК и Телеграм, чтобы я с тобой связался. Можешь создавать хоть сотни аккаунтов и звать своих друзей, и писать комментарии, чтобы забрать свой приз. Выполнять все условия нужно, конечно же, под всеми роликами, где есть розыгрыш. Ведь именно в них я рандомно выберу человека и отдам нож. Скины я постоянно раздаю в Телеграме, на Твиче и на сайте, так что сомневаться в честности никто не станет. А теперь погнали смотреть крутой роль. Баланс на GG-дропе 1227 рублей. Это значит, что в этом ролике я не буду пополнять на 50, на 100 тысяч, как это было в предыдущем ролике. У нас есть бесплатные кейсы, которые остались с прошлого ролика. И сейчас у меня остался вопрос. После того, как мы вывели отсюда очень крупную АВП за 200 плюс 1000 рублей, возможно ли окупиться на сайте GG-дроп с 1000? И вообще, отдаст ли он нам дроп или нет? Поэтому давайте так, сразу перед тем, как я еще не начал открывать самые дешевые кейсы, потому что по-другому никак. У меня всего лишь 1000 рублей. Знаете, что если когда-нибудь кто-нибудь из вас зайдет на этот сайт, есть самый рабочий и самый лучший промокод. И сегодня это PRDGG. Он дает плюс 11% на абсолютно любую сумму. Вот всегда, будь это 100 рублей, 1000, либо даже 10, ты всегда будешь получать самый большой и самый лучший бонус. И помимо того, что это дает самый большой бонус, также это тебя и окупает. Ну а пополнять ты можешь абсолютно любыми способами. Но также 5 минут до бесплатного. Ну да ладно, пофиг, закрутим, а там пойдем, как пойдет. Ну, опять же, мне сейчас бесплатные кейсы не нужны. Сказал я и получил скидку на кейс. Вот почему, когда я залетаю с 5, ну, с 50, с 25, с 10 тысяч рублей, выпадает, ну, максимум 5%, если вообще выпадает скидка на кейс. Сейчас выпало 15. Но, слушай, это даже хорошо, потому что любой кейс за 1000, вот этот кейс с подарками, он стоил 1111, и теперь он стоит 944. Я считаю, что это отлично, и можно начать как раз-таки с него. Посмотрите, ну... Да, я понял, все, сайт максимально сопротивляется. И тут у нас два варианта: либо сайт не хочет отдавать, потому что он нам выдал скидку на кейс, а он такой, типа, в смысле? Я тебе 15% скинул, ты и так со скидкой открыл, что ты хочешь. Либо же он просто меня сейчас жестко прям заскамит. Ну давай, начнем с камина. 165 рублей за 5 открытий. Тут у нас и ножичек, и перчаточки. И вообще, если говорить честно, вот эти кейсы дешевые меня окупали лучше, чем дорогие. Но, ну да, сколько? 236. То есть самый дорогой меня слил, а самый дешевый меня окупил. Вот этот, ну, я скажу честно, не окупал меня почти никогда. И вот... закономерность такая, которую я заметил. Здесь есть нож и перчатки, это меня окупало. Здесь нет ножей и перчаток, и это меня не окупало. Вот знаешь, такая вот, ну, можно сказать, двоякая ситуация. Ну, пожалуйста, я очень сильно хочу окупиться. Отлично, прекрасно. Просто если бы сейчас он выдал мне плохие скины, это я бы пошел бы в самую дешевую коллекцию. А так хотя бы чуть-чуть, да чуть-чуть, но мы вырулили. Вырулили то, что у нас было. Но зато сейчас мы уже можем пойти открывать фейерверк. Но опять же, на 2-3 раза мы не можем его открыть. Поэтому давай не будем. Либо мистер кейсы. Ну, кстати, как вариант. Давай с черного дойдем до огненного. Посмотрим, что они дают. Суть кейса. Он может выдать абсолютно хоть что. Ай-яй, подожди. А сколько это стоит? 73 рубля, 43 рубля и еще бесплатный кейс на халяву. Ну, кейс слабенький, это из самой дешевой коллекции, но тем не менее. Подожди, а сколько мы потратили? Сейчас я не понял, по-моему, это выгодно, нет? 34 рубля. 70 плюс 34 и плюсом нам еще на баланс 43 дали. То есть мы точно его купили в 2-3 раза. Ладно, давай кислотный. Фух, смотри, какой он красивый, как она все крутит. Слушай, ну если первый так хорошо окупил, может быть, и он окупит тоже. А он слил в 3 раза. Ну, может быть, огненный тогда? Ну да, да. Подожди, 300, 400, 500, да плюс еще кейс слова пацана. Он недорогой. Хотя... подожди, по-моему, он дорогой. Там ножи, перчатки, красная. Ну-ка, подожди. 169, вообще нормально. Вообще, вот этот тоже в 3 раза купил. То есть сейчас по статистике, вот этот кейс, мистер кейс, должен меня слить. Я правильно понимаю? 688. Вот так вот просто, легко, непринужденно. Я не скажу, что это окуп, но, извините меня, он меня и не слил. Давай попробуем еще раз. Просто минус 100 рублей, я бы не сказал, что это слив. Подожди. Мистер кейса окупают? Или что? Я понять не могу. 1900 рублей, раньше никогда такого не было. И мы можем пойти уже открыть светящийся кейс. Так, ладно, пожалуйста. Всего косарь, да?
типа, слабо. Может быть, еще раз ледяной? 700. Ну, тоже слабо. Ну, хотя, подожди, 700 это почти 800. Это почти окуп. Еще раз. 500. 600. Отлично. А это уже другой разговор. Блин, слушай, ну, окупает. И это самое главное. Конечно, обидно, что меня не окупил подороже. Но давай... Ладно. Ты сейчас то все, ладно. Остановился. Шашлыки на 3 раза. Жестко открыл. А ты, кстати, летняя коллекция, я ее до этого не открывал ни разу. И лучше бы вообще не открывал, потому что какая-то фигня насыпала. Ну, такое себе. Все, у меня закончился запал. 693 на балансе, а тут 695. Во, грызло проклятое. Ну, давай. Хорошо? Не очень. Отлично! Нормально. Я бы сказал, прикольно. Я бы сказал, вообще обалденно. Так, а если зайчиков на 5 крутануть, тоже окупит? 275. Отлично. Так, подожди. А я что-то не понял. У нас сегодня ролик в чем состоит? В том, что дешевые кейсы окупают, а дорогие кейсы нет. То есть мы сейчас опять перешли в дешевые кейсы. 400. 100. 600. Вау. Вау, 1890, хорошо. А если пробуждение природы? Блин, ну пожалуйста. Ну вся коллекция очень круто окупила. Окупи ты, я тебе прошу, 500. 195, ой-ой-ой-ой, не окупает. 1000, еще 400, подожди, он тоже окупил. И по сути, вот если шашлычки сейчас окупают на 5 раз, у нас вся коллекция обалденная. 800, 200, ой, плохо, 2 по 200, но зато в конце 900 рублей, и тем не менее 2500. С косаря 3500 подняли? Подняли, замечательно. Так, давайте откроем серию из 7 ключей. Господа, не забывайте, что когда вы будете сидеть на сайте, вы можете также взять и бесплатно их открыть. Они открываются вам, когда вы просто открываете кейсы и просто кайфуете. Сейчас мы фиксируем все это, 9000 рублей. Обалдеть. А давай 9000 рублей попробуем сейчас что-то сделать в районе 15. И если... Ну, давай лучше ножичек. Все-таки океанская пена это круто, но не так сильно. Если получится, мы выводим нож. Но 9000 нам это дало. 9. Я хочу закинуть еще 100, 1000 и проверить заново.